Назарбаевские чтения в Караганде. В преддверии дня первого президента, который будет отмечаться 1 декабря, в карагандинских библиотеках для школьников и студентов впервые проводятся назарбаевские чтения. Об этом расскажет Нурила Туржан. По всем библиотекам города впервые проводятся назарбаевские чтения. Мероприятие организовано городским отделом культуры и развития языков совместно с Центральной городской библиотекой имени Ауэзова. По словам организаторов, цель данного мероприятия – раскрытие личности первого президента страны, как видного политика, лидера нации. Данные научные чтения – это всестороннее изучение и освещение деятельности и исторической роли Нурсултана Назарбаева в становлении независимого государства. В нашей библиотеке проходит стартовое мероприятие, посвященное президенту, исторический экскурс «Нурсултан Абишевич Назарбаев. Лидер, гражданин, человек».